Всем привет, дорогие друзья! Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули на мое новое видео. Мое новое видео будет небольшой маленький заказик по каталогу номер 2 от Faberlic. Так что присоединяйтесь к просмотру. В прошлом видео я сказала, что не буду пока заказывать по второму каталогу, но так получилось, что у меня родственница сделала заказ, и я кое-что добавила, поэтому заказ состоялся по вот этому каталогу. И видите, положили следующий такой красивый третий весенний каталог. Мне так нравится обложка, тюльпаны очень красиво, прям не могу насмотреться, дизайн супер. В общем, показываю, что заказали для девушек блондинок. Всем внимание, потому что это краска для волос, и заказали у меня аж целых 4 упаковки одинаковой краски. Салон Кеа, Faberlic, стойкая крем-краска с аминокислотами шелка. 9.8 жемчужный блонд. Вот так она выглядит. Таблица результата окрашивания. В общем, говорят, что краска действительно обалденная. Так что, блондинки, все девушки, прислушайтесь, попробуйте. Возможно, я на себе пробовать не могу, так как я не блондинка. Но вот говорю вам отзывы, которые действительно реальные. И также я посоветовала взять вот такие ампулы для глубокого восстановления волос с маслом амлы. Глобальная реконструкция. Они шли там по скидке. Но я вам скажу, что человек пробовал даже без ампул эту краску и очень ее хвалил. Так что присмотритесь. Далее, что я взяла себе к этому заказику по скидке, по-моему, 75 гривен, если не ошибаюсь, или даже меньше. Такая тушь, называется «Мгновенный объем». Она написана была тоже «Хит продаж». Обычная, самая обыкновенная тушь, ну как самая обыкновенная? Кисточка вот так выглядит. Самая обычная. Я такие не очень люблю, я люблю такие совсем без ворсинок. Прямые, как крокодильчики, силиконовые кисточки. Хотя здесь тоже силиконовая. Посмотрю, как она работает. Еще не пробовала. И расскажу вам. Дальше по скидке мне понравились. Я брала уже несколько таких масочек. По 7 гривен их можно было взять. Витаминные, да? Киви, авокадо, карамбола и маракуйя, и манго, и папайя. Мне они нравятся. Мне хватает пакетика на несколько раз. Почему бы и нет? Очень-очень хорошие масочки. Дальше по баллам я взяла вот такой на подарок гель для душа Облепиха от Beauty Cafe. Я сейчас открою. Аромат интересный, но сильно сладкий. Ну, то есть Облепиха чувствуется, но такая сладкая-сладкая Облепиха. Вот интересный такой тоже запах. Дальше взяла себе пробник, потому что хочу почистить ковер и протестировать для очистки ковров и обивок. И диван можно почистить. Вот и протестирую на таком маленьком пробничке. Здесь 50 мл. Вот так выглядит. Очень тоже выгодно, мне кажется, брать, попробовать, нравится или нет. Тогда уже думать, брать полноразмерную версию или нет. И далее взяла Aromania Faberlic Bergamot. Это моноароматы. У меня, так как еще есть шаги в стартовой программе, то есть оно идет там по сниженной цене 28 гривен. Я считаю, что как освежитель для дома можно взять. Потому что остальные ароматы, которые у меня уже есть, далее, ранее я брала, они действительно только как освежитель. Сейчас я попробую этот аромат. Знаете, попробовала этот аромат, он мне нравится больше всех. Да, больше всех он мне нравится. Он действительно похож уже на какую-то парфюмированную водичку, а не на освежитель воздуха. Покажу вам мою коллекцию уже ароматов от моноароматов от Faberlic. У меня есть мандарин, у меня есть аква, вот это бергамот. Будем пробовать, может быть, как-то посмешиваю. Вот этот для меня оказался самый-самый пока вариант выигрышный и самый приятный из всех. Далее взяла вот такой пакет от Faberlic оранжевого цвета. Он написан на «Заботясь о чистоте, мы используем только биоразлагаемые пакеты». Я, конечно, очень рада, но я
Ошиблась, думала, он побольше. Совсем маленький, за 5 гривен. Как подарочный вариант, возможно. И дальше в каталоге можно было взять по 7 гривен пробнички. Я взяла 2 водички женские, сейчас покажу. Первая — это Фантазия. Вот так выглядит она в каталоге. Кто не знает, кто знает, уже пользовался. Многие девочки хвалили эту водичку. Она цитрусово-цветочная. Яркие ноты розового грейпфрута, бергамота, клементина очаровывают. Цитрусовое созвучие сливается в сердце нежными цветочными тонами. То есть здесь цитрус вместе с цветами фрезии. В общем, вы знаете, интересный запах, он такой свежий, цитрусовый, неплохой, но я ожидала большего от него. То есть не могу сказать, что я бы купила полноразмерную. Наверное, нет. Но неплохой запах, еще буду распробовать в этом пробнике. И следующее, взяла водичку Променад, вот такой пробничек. Кто не видел мое предыдущее видео с Алисой, там, где я показывала голосового помощника Faberlic, и в тестовом режиме я выбирала ответы на вопросы, и мне посоветовали Променад. Я, честно говоря, купила этот пробник раньше, чем сняла видео, то есть, как чувствовала, видите, мне его посоветовали. Это свежий цветочно-цитрусовый аромат с аккордом морского бриза. Ну, честно, мне не понравился совершенно. Так что то, что мне посоветовали, если уже выбирать, то та Фантазия намного лучше. Здесь вот этот морской бриз, как по мне, он меня и отпугивает. То есть совершенно запах мне не понравился. Ну, уже попробовала, буду знать, что такую не стоит брать. Вообще, Faberlic очень много. Вот, мне интересно пробовать дальше, смотреть, найти для себя что-то подходящее. А сейчас, друзья, хочу провести с вами небольшой тест-драйв. Мне показалось, что тушь от Faberlic, которую я приобрела недавно, это тушь мгновенный объем, осыпается. Чтобы точно подтвердить или не подтвердить мое мнение, я хочу провести такой тест-драйв с вами. На правый глаз я нанесу тушь, которая сейчас у меня в пользовании от Yves Rocher, удлиняющая, а на левый глаз новинку для меня, свеженькую тушь от Faberlic. Похожу так полдня до вечера, и мы посмотрим, как ведут себя два разных продукта, две разных марки. Мы не будем оценивать, тут у нас все-таки длина, здесь объем, мы не будем этот момент оценивать. Мы будем оценивать основной критерий для меня в туши, чтобы она не осыпалась. Потому что у меня есть проблема, если тушь все-таки не очень хорошего качества, она осыпается, она отпечатывается на нижнем веке, и потом очень сильные синяки под глазами видны. В общем, хочу с вами провести такой тест-драйв. Думаю, что вам будет интересно. Оставайтесь со мной и посмотрим, какая же тушь лучше и как они поведут себя. Правый глаз наношу и врача. Вот такая кисточка. Я очень люблю такую кисточку. Просто прямая. Эта тушь у меня давно, но рисует она прекрасно. Прекрасно рисует, прекрасно удлиняет и разделяет ресницы. Она уже, я думала, почти засохла, но, тем не менее, работает прекрасно, эта тушь. Я ей очень довольна, очень. Все, нанесла. Видно, да? Нижние ресницы я никогда не крашу. И левый глаз, тушь. Кисточка совершенно другая, поэтому специфика тоже прокраски другая. Мне чуть сложнее такой кисточкой наносить, честно. Она не настолько удлиняет, но у нас и заявлено, что это объемная тушь, а не удлиняющая. В принципе, объем она дает. Она действительно хорошо красит. Красит — нет у меня вопросов. Смотрите. Здесь ресницы действительно длиннее, так как это удлиняющее, но они такие более тонкие и одиночные, да, скажем так. А здесь видите, какой разница какая.
более густота ресниц, кажется, что здесь дефаберлик гуще ресницы. Еще чуть-чуть. Все. Вот таким образом буду ходить до вечера, и вместе с вами посмотрим, какой же получится результат. Итак, друзья, прошло полдня, сейчас вечер. Смотрите. Не знаю, видно или нет, но все отлично. Нету никаких осыпаний. Даже я вам скажу, что и в Роше чуть-чуть осыпалось. Буквально чуть-чуть. Беру свои слова назад. Фаберлик ничего не осыпается. Может быть, первый раз, когда я брала еще только свежую, то есть там чуть-чуть осыпалось. В этот раз... Вот, все, результат налицо, все отлично, поэтому я могу рекомендовать эту тушь. Однозначно она прокрасила даже лучше. То есть здесь кажется, что высота ресниц больше. А Yves Rocher прокрасил единично, но они длиннее, правда. То есть здесь длина, здесь действительно есть объем. Но прекрасно, то есть я очень довольна этим результатом, этим сравнением. Сама тоже посмотрела, как какая работает, поэтому можете смело брать. Все, на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши отзывы, ваши впечатления про мой заказик, кто чем пользовался. Буду рада прочитать и ответить, пообщаться с вами. Спасибо всем еще раз. Пока-пока. До новых встреч.